Джангавам варнендарудамаруто стунбанти дивайставай бедей сангападакрамо панишадай гаянти ям самага дхенавастита тадгати наманаса пасванти ям йогина ясантанна видуху сура сурагана девайатасмай нама Джанг Брахма Барунендару Дамаруто Сунманти Дивайставай Бедай Санга Падакрамо Панишадай Гаянти Ям Самага Денавастита Тадгати Наманасва Пасванти Ям Йогина Ясам Тамна Виду Сура Сурагана Девайатасмай нама Гаудия Гоштхипати, Сисило Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупада. Гаудия Гоштхипати, Сисило Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупада сказал, что тогда, когда наши желания будут совпадать с желанием Верховного Господа, то тогда мы сможем стать счастливыми. Иначе мы никогда не сможем стать по-настоящему счастливыми. Какие-то люди, они говорят о каком-то личном счастье. И вот кто-то говорит о личном счастье, кто-то говорит об общественном счастье. А мы, гауди, не заинтересованы в этих обоих формулах. Шрила Прабхупада говорит, что какие-то люди не заявляют о личном счастье, какие-то об общественном, но мы не принадлежим ни к первой категории, то есть ни к личному счастью не склоняемся, ни к общественному. А мы заинтересованы в том, чтобы Господь был счастлив. Мы всегда думаем о том, чтобы Верховный Господь был счастлив. Это самая сокровенная формула. Мы преданные всегда думаем о том, чтобы Верховный Господь был доволен. Всегда, все время мы пытаемся сделать что-то для радости Верховного Господа, чтобы Верховный Господь был полностью доволен нами. Мы стремимся не к тому, чтобы кто-то лично был счастлив или общественно, а мы думаем о том, как сделать так, чтобы Верховный Господь, он был доволен. И мы должны посвятить нашу жизнь тому, чтобы Господь был доволен. И таково желание чистого преданного — посвятить свою жизнь ради удовлетворения Верховного Господа. Многие люди, у них есть какие-то личные эти, какие-то личные устремления. Вот обусловленные души, когда они пытаются служить Гуру Вайшнавам и Бхагавану, то они пытаются что-то взамен получить, какую-то зарплату или пенсию. Или еще какое-то вознаграждение. И вот это такое плачевное состояние обусловленной души. И вот обусловленные души, они не могут понять, что такое настоящий чистый баджан. Все оскверняется. Оскверняется вся ситуация. Она оскверняется. Никто не хочет говорить об абсолютной истине.
чтобы показать, что есть настоящая чистая бхакти, а что не является им, а просто какое-то наслаждение. Многие глупые люди не понимают этого. Один богатый человек, он купил где-то картину Кали Даван Лилы, а какие-то глупые люди могут подумать, видя это, что этот человек великий преданный, он вот на стену повесил картину Рады Говинды или Кали Даван Лилы или еще что-то, но Шрила Прабхупад говорит, что они глупцы и не понимают этого. Как этот какой-то богатый человек поместил картину Кришны не из-за чувства преданности, а это зовется Индрия Тарпан для удовлетворения собственных чувств, чтобы этот Кришна украшал его квартиру. То есть он будет утром сидеть, пить там кофе какой-то и смотреть на красивую картину Кришны. То есть они вешают картины Кришны для своего собственного наслаждения, а чистая преданность — это не шутки. И вот если мы сможем посвятить всю нашу жизнь для Гуру Вайшнавов и Бхагавана, все же мы не можем сказать, что мы совершаем бхакти, поскольку те, кто совершает настоящую чистую преданность, движутся по пути чистой преданности, они никогда не заявляют о себе, что они совершают бхаджан, как Рупа Санатан Рагунат Джива Госвами Пат, и все другие великие преданные, они не говорят так. На самом деле, я говорил о свободной воле душ, и сейчас Махарадж тоже будет об этом говорить, но главное о том, что он должен говорить, это о Дживе Госвами Паде, поскольку сегодня его день, и также Джагадиш Пандит сегодня день ухода. Тирабав Титхи, и чтобы очистить себя, мы должны вспомнить о их славе. И вот сейчас Махарадж об этом начнет, и потом переключится, какова же Сиддханта Джива Госвами Пада. И вот Махарадж говорил о свободной воле душ, о их независимости, бесчисленные души имеют свою свободную волю. И также из Бхагавад-гиты говорится, что Кришна говорит Арджуне, Арджуна, Верховный Господь, он не ответственен за ситуацию, которую они сотворили в своей жизни. Они попали в такое плачевное положение, не хотят наслаждаться. И вот это их цель такова. И поэтому они страдают от этого. И показывают, что Верховный Господь, он отвечает за это. Кришна уже говорит в Гите. И вот обусловленные души, они находятся в майе. И поэтому они так не могут понять, что такое настоящее блаженство. Они этого не понимают. И они попадают в такую плачевную ситуацию. Верховный Господь, он не ответственен за их такое поведение. Верховный Господь, он всегда зовет их. Он говорит, что нужно поклоняться Ему, Верховному Господу. И это обещание Верховного Господа, что Он спасет нас, если мы будем Ему поклоняться.
И вот это мое обещание, что я спасу вас. И имя Верховного Господа Сативрата. И вот. Aham tam sarva papibhyo mokshayishyami masu. You need not repent. You need not cry. Вы не должны жалеть, сожалеть. Мы должны быть... То есть Господь говорит, что Он спасет нас. Но никакой полубог Он не обещает ничего похожего. Это обещание Верховного Господа Кришны, что Он защитит нас. А как чего защитит? У нас есть какая-то собственность. Он может защитить нас и в то же самое время. То, что у нас есть в этом материальном мире, Он тоже защитит нас и защитит нашу собственность, духовную или материальную. Кришна иногда Он являет какие-то лилы с преданными, чтобы привести их на путь чистой преданности. Это особый случай. Но Бхагаван Шри Кришна говорит, что я защищу вас, и если вы полностью посвятите себя мне, и вот Господь говорит, что если мы полностью посвятим себя Ему, то Он защитит нас. Я могу привести несколько примеров. Вот можно услышать случай, мы можем привести пример случая с панчапандавами, в какую ситуацию они попали. И вот плачевная ситуация панчапандавов, в какую они попали. И панчапандавы никогда не жалуются о том, что они близкие спутники Кришны, но почему они всегда попадают в такие опасные, плачевные ситуации, если Кришна их друг. Но почему столько проблем приходит на их голову? И также Абхиманью он тоже ушел. Абхиманью он... То, что случилось с ним. И вот, в общем, в жизни этих панчапандавов нельзя найти ни единого случая, когда они разгневались или были как-то обеспокоены или еще что-то, почему они в такое положение попали. Они не сожалели об этом, поскольку они всегда думали, что все, что случается в их жизни, это все хорошо. Все, что случается в их жизни, это ради их вечного блага. Они думали так. Но обусловленная душа, она не может понять, осознать это. Это не шутки. Все, что случается в их жизни, все, что случается в нашей жизни, это для нашего вечного блага, но не все понимают это. Только чистые преданные могут понять те, у кого есть такой духовный разум, они могут осознать, что это все ради нашего вечного блага. Брахма был вынужден говорить так. Брахма. И Кунти Деви также говорит,
О, Верховный Господь, мы хотим обрести Кунти вот молится Господу, чтобы Господь посылал как можно больше проблем им. И вот Кунти говорит, если эти проблемы случаются, то я могу постоянно помнить тебя. Я всегда могу помнить тебя. Если мы позволим... А если ты поместишь меня в какое-то такое спокойное положение, то я в этой... в этом умиротворении могу забыть тебя, но если какие-то проблемы всегда приключаются, то я всегда помню тебя. И вот Кунти таким образом молится Господу. И вот если у нас будет стопроцентная преданность, то это обязанность Кришны, это обет Кришны. Кришна говорит, что я защищу все, что у вас есть. И то, что вы хотите получить в вашей жизни, я все это защищу. Йогакшем, то, что вы хотите получить. Кхем, actually, what you have, what you don't have, all responsibility Krishna can. Но обусловленные души не хотят поверить в это. Они всегда находятся на их Пурушакаре. Пурушакар значит своя собственная сила. Они гордятся этим. Это называется Пурушакар. Пурушакар. Значит, то есть они верят в свои собственные силы, а не в Верховного Господа. И поэтому они всегда обмануты, и Верховному Господу нечего делать с этим. И сейчас возникает вопрос такой, если Верховный Господь, он Верховный Господь, он может изменить любую ситуацию, если он может изменить их умонастроение, почему он не меняет умонастроение каких-то людей? И тогда им не нужно будет страдать. Но смотрите, суть в том, что это подобная игре. Is one kind of game going on, like two small boys, they're making two teams. Как два ребенка, двое детей иногда играют, разделяются на какие-то команды. We are playing with each other. This is one kind of playing. Krishna always playing with all infinite jivatma. This is one kind of past ras. Krishna doing rasa with Saptapati Gopika, you heard. But here, Krishna not dancing with Saptapati Gopika. Krishna doing rasa with infinity world, infinity jivatma. This one means greater sense. Actually, I'm actually going to give you some idea. This also, in one sense, actually rasa is that, because rasa coming. But this is one kind of mood, nice. That for infinity pure, for infinity pure, infinity jivatma, and Krishna playing with them. Krishna watching. What they want to do? И вот как Кришна он смотрит на то, что делают эти души, обладающие какой-то независимостью, и смотрит на то, как они действуют. But here actually Krishna already getting some kind of, you know, enjoyment, rasa, while playing with all jivas. If Krishna going to И вот если Кришна, он будет вмешиваться в свободную волю этих душ, то такая игра, она не сможет случиться. Если бы Кришна, он как-то влиял на нашу свободную волю, то такого разнообразия, такой игры не получилось бы. То есть, если бы Кришна насильно к себе всех привлекал, то
это было бы не то. Кришна, Он дает нам свободную волю, и в то же самое время Кришна хочет увидеть, что мы свои что мы сами должны вдохновиться и стремиться к Кришне. И Кришна вот дал нам эту свободную волю и смотрит, как же мы можем использовать это для достижения Его. Если мы не хотим привлекаться к Нему, то и не надо. Если Он будет давить на нас, то это не игра. Если Кришна будет давить на нас, то это не уже не какая-то игра получится, такое больше управление. А Кришна, Он дает нам свободную волю и хочет, чтобы мы сами пришли к Нему. И так или иначе, бесконечные дживы, осознанно или неосознанно, они служат Кришне. Те находятся, те, кто находится в майе, они тоже служат, но не прямо, а косвенно. И вот все они так или иначе служат Кришне, осознанно или неосознанно, как фермер, например, выращивает какие-то овощи на своих полях, какие-то зерно и прочую продукцию, и продают на рынке, и на эти деньги поддерживают семью. И вот весь этот бесконечный мир можно со всеми дживами, они все косвенно или прямо они служат Кришне. Как, например, полицейские тоже как-то неосознанно служат Кришне. Хулиганы, они тоже косвенно служат Кришне. Это один из такая подобная театру. Драма. Кто-то в форме отца играет роль отца, кто-то играет роль сына, кто-то роль жены или дочери, или матери, или еще кого-то, как долго, какое-то время в своей жизни. Например, мы родились. Ну и, соответственно, в течение своей жизни мы играем роль какого-то родственника. И вот мы должны быть достаточно разумны, чтобы понять, что мы все находимся в таком относительном мире, и это относительность. Если этот вопрос относительности возникает в нашем сердце, то все это относительно, все относительно, нет ничего вечного, только Кришна, Он наш вечный друг. Кришна, Он наш единственный друг. И вот в этой шлоке говорится: Anytime those government can take decisions so that you are going to get minimum interest. Какие-то материальные вещи, родители, например, или какие-то деньги в банке, они не смогут защитить нас. And also in foreign country, those countrymen, they are going to pay money to bank.
Ну, Махарадж приводит пример, как раньше в банках начисляли какие-то проценты на депозиты, а сейчас все меньше и меньше начисляют. Эти люди, которые жили на какой-то процент от депозита, уже не могут так жить. А на Западе отрицательный процент ввели. То есть еще и нужно доплачивать банку за то, что деньги у него держим. И вот Махарадж приведет сейчас пример, чтобы понять, что такое относительность. Как понять всю эту относительность? И вот пример, чтобы мы могли понять. Например, кто-то ну вот Махарадж приводит пример. Поезд на севере едет 200 км в час. Какой-то скоростной поезд. А другой поезд едет тоже на север в том же самом направлении. То есть они параллельно едут. Kilometer per hour, velocity, this was going same direction. Perhaps you have, you know, seen this point. If two trains going parallel, same velocity, from one train to another train, if you see, вот, you поезда, can see both stations. Они едут оба со скоростью 200 километров в час, параллельно, то, а если сидеть в поезде и смотреть на другой поезд, то можно наблюдать, что он не едет, что он практически не едет или стоит на месте, хотя они оба несутся со скоростью 200 километров в час. И вот это относительно скорость поездов относительно друг друга, она равна практически нулю. А настоящая скорость гораздо больше. И вот согласно этому одинаковому промежутку времени, этот что поезда относительно друг друга, они не движутся, можно сказать. А если посмотреть с другой стороны, то можно видеть, что они несутся с огромной скоростью. Но относительно друг друга они не движутся. И вот это такая относительность. Или наоборот, если что-то, наоборот, если что, если один такой поезд едет на север, а другой на юг. Вот если они так в противоположных направлениях едут относительно друг друга, то их уже относительно скорость, если мы сидим в одном поезде и видим, как другой проезжает, то мы практически ничего не сможем разглядеть, поскольку их относительная скорость будет около 400 километров. В каких-то небольших странах поезда достаточно быстро ездят. Ну как в Японии какой-нибудь или еще где-то поезда есть на магнитных подушках, они гораздо быстрее ездят. Но вот если такие поезда будут в противоположные стороны ездить, то можно посчитать, что их относительная скорость будет гораздо больше. И вот это зовется такой относительностью. Ну вот смотрите, мы находимся в этой комнате, наши родители здесь, отец, мать, кто-то еще.
И вот мы в такой ситуации находимся, и все это подобно драме. Но мы не знаем, что это наслаждение, но принесет нам какие-то эти проблемы. Если у нас, например, родился какой-то ребенок, то если мы привяжемся к нему, то это будет причиной страданий, если он внезапно уйдет от нас. Но мы должны знать, что все эти отношения со всякими родственниками в этом мире, они временные. Или когда мы будем умирать, то будем думать об этом нашем ребенке, и в следующей жизни будем вынуждены родиться с этим сыном или дочерью своего ребенка, к которому были привязаны. Поскольку в Бхагавад-гите говорится, что во время смерти то, о чем вы думаете, вы обретете это. Не пытайтесь быть враждебным с кем-то. Не пытайтесь развить какие-то такие временные связи с кем-то. Или любить, слишком любить кого-то, или слишком ненавидеть. Это очень опасно. Они могут стать причиной нашей порабощенности в этом материальном мире. И мы из-за этой привязанности не сможем достичь Вайкунтхи. Я могу привести один пример, который хорошо показывает ситуацию обусловленных душ. Один вот какой-то этот младенец, ребенок около двух лет, и отец купил ему какую-то собаку с Бутана, такую небольшую. И вот люди, которые так очень привязываются к собакам, они в следующей жизни вынуждены рождаться собаками. Согласно вот писаниям, это такое научное свидетельство. Много примеров я могу привести, то, о чем вы думаете, во время вашей смерти вы обретаете это. И вот этот маленький мальчик вот, получил эту ручную собаку от отца. И вот он, ну, ребенок не совсем маленький был, уже в школу ходил. И однажды вот он ушел в школу. И пока этот ребенок был в школе, этот питомец умер. И вот эта служанка пошла за ребенком в школу и сказала ему, что твоя собака померла, а этот ребенок не понимал, что такое смерть, и не расстроился. И у нас тоже нет чувства, что такое смерть. Но мы, конечно, знаем, что когда-то умрем, но чувства такого, что такое настоящая смерть, у нас нет. Если мы это почувствуем, что такое смерть, то мы не сможем заниматься всякой ерундой дальше. Мы будем только молиться Кришне, как, например, царь Катванга. Катванга Раджа. Он отправился в ад. Эти полубоги Индра, Варуна и прочие. Indra, Varun, those devata, demigods fighting. They are not in a position to come out with, you know, successful. И вот полубоги демоны, они сражались, и никто не мог преодолеть кого-то. Вот полубоги решили позвать на помощь этого царя Катвангу. И вот они с его помощью победили и решили благословить его. Они сказали, что благодаря тебе мы обрели победу. И чего ж ты хочешь? Мы можем даровать все. Что пожелаешь? Царь Катванга, он сказал, что сначала скажите, сколько мне осталось жить.
И тогда я попрошу какого-то блага от вас. Вот полубоги не могут видеть прошлое, будущее, настоящее. Сказали, что жизнь-то ваша коротка. 48 минут осталось жить. И этот царь Катванга сказал, что мне ничего не надо, что вы все благословите меня, чтобы я смог сконцентрировать мой ум на лотосных стопах Кришны, это достаточно. И за эти 48 минут Катванга Раджа был успешен в памятовании Верховного Господа. И смотрите, Парикшит Махарадж, он достиг успеха за 7 дней. Гокарна, он достиг успеха, точнее помог достичь успеха Дандукари и своего отца Атмадева. И вот тот день Махарадж цитировал эту шлоку из прославления Бхагаватам. И вот в тот день Махарадж говорил, что в этом мире ничего не постоянно, все временно. That king of heaven is very happy. Думаете ли вы о том, что царь небес, он счастлив, он тоже находится в таком плачевном состоянии? Они, их тоже преследуют какие-то проблемы. Чакравати наха. Этот царь Чакравати, великий царь, который имел независимость и повелевал всем миром. Гайрадж. Кто из них по-настоящему счастлив? У всех их какие-то проблемы случались. Юдхиштхира Махарадж тоже плакал. Он говорил, что: «О, Кришна, я хочу достичь только Тебя, я не хочу этого царства, каких-то наслаждений и всего остального. Я хочу Твоей милости». И это была его молитва. И у нас нету такого прямого ощущения, чувства, что такое смерть. Если мы это почувствуем, и тогда мы перестанем думать о каких-то материальных наслаждениях. И вот мы должны... конечно, у нас могут быть какие-то отношения с какими-то родственниками и прочими, но мы не должны забывать, что эти отношения, они временные. И вот когда этому ребенку сказали, что собака его умерла, то он не расстроился, а пришел домой, звал свою собаку. Собака, ну, он думал, что она спит, он ее будил. Собака с этим не просыпалась. И вот эту собаку кинули в кучу мусора, а этот ребенок опечалился, решил, пока не увидит свою собаку, не будет ничего есть. Он привык уже есть собаку вместе. И вот мы должны слушать Шримад Бхагавад Гиту под руководством Гуру Вайшнава. Мы должны... 100% и там мы можем найти это учение. Там много таких прямых свидетельств.
И вот если мы слишком будем поглощены этим материальным миром и этими материальными связями, то тогда преданность, она не сможет прийти к нам. И вот и такова ситуация обусловленных душ, и каково же решение? Есть одно решение, чтобы начать настоящую чистую преданность. У нас ничего нет, единственное сокровище, которое у нас есть, это лотосные стопы Шри Кришны, это наше единственное сокровище. Если мы думаем так, то мы сможем избавиться от влияния майи. Иначе нет. О, Верховный Господь, вы моя собственность. И какую собственность мы можем обрести в нашей жизни? Первое, что мы должны знать, что мы должны, у нас должна быть такая идея, такое, что такое относительность. Эта жизнь, она относительна. Я не говорю, что вы должны отказаться от всяких связей с вашими родственниками, но вы, имея их, должны помнить, что все это временно. Вот Махарадж может практически пример привести. В Ассаме, вот он слышал от Шрилы Бхакти Вигьяна Бхарати Махараджа, он мой шикшагуру, и вот Бхарати Махарадж говорит в Ассаме, один браман, не браман, человек, бедный человек занял деньги какие-то от своего... какого-то друга торговца занял какие-то деньги. И вот занял деньги у какого-то человека. И вот после этого, ну, он занял деньги на то, чтобы женить свою, выдать замуж свою дочь. И вот, в общем, выдал, ну, на эту свадебную церемонию в Индии принято тратить все деньги, что есть. И, в общем, через пару лет он не смог отдать никакие деньги этому другу своему. И... Ну, потом вскоре он умер, вынужден был умереть. Ему было, ну, не так много лет. Когда отведенное время жизни на оно кончилось, то мы вынуждены умереть будем. И ни на секунду не сможем остаться дальше. Придет время, когда мы вынуждены будем уйти из этого мира, и никто не даст нам пожить ни единого дня больше. After some time, he took birth in the form of lollipop in the house of that Brahman. И вот в итоге, через короткое время, он вынужден был родиться собакой в доме своего друга. И он через какое-то время пришел во сне к своему сыну и сказал: «О, сын, помнишь,
я тут занял денег от своего соседа и не смог отплатить ему. И сейчас родился как собака в его дворе. Если ты вернешь ему все деньги, то я буду спасен. И таким образом, когда эти деньги были выплачены, этот сын отдал его долг, то эта собака вскоре умерла. Но смотрите, что еще случилось? Это сын, ему сон приснился, отец пришел к нему во сне и сказал, что я в форме щенка сейчас, вот, во дворе этого. Но, смотрите, еще такое, что если это отец сказал своему сыну, что он родился собакой, но этот сын не заботился об этой собаке, не относился к собаке как к своему отцу, поскольку это их отношение сына и отца было относительное. Вот, будучи в том теле, в теле отца, то есть эта связь отца и сына существовала, когда отец был в человеческом теле, и сын, соответственно, тоже. Потом, когда отец родился собакой, то уже эта связь отца и сына, она прошла. Но он помнил о ней, но она прошла. И вот это такое плачевное состояние обусловленных душ, бесчисленные дживатмы. Есть сознание, сверхсознание, низкосознательные дживы, бессознательные, какие-то неподвижные, как камни и холмы и прочее. И вот согласно согласно нашим текущим действиям, мы вынуждены родиться в следующей жизни кем-то. Если мы вели себя недостойно, то можем родиться в качестве деревьев, как, например, Джамал Арджун из Бхагаватам говорится. И в Двапара Югу, когда Кришна пришел в этом, он когда родился в доме Нанды Махараджа, то впоследствии он Кришна вспомнил, что вот мои преданные, да, их прокляли, вот моя обязанность их спасти, пошел и сломал их. В Бхагаватам говорится об этом более подробно. The small boy crowding, he was, you know, tied up with rope, with a block. The small boy gone from in between the space of these two trees. And when Krishna gone, the log is stuck up. Getting his soul, Krishna gone. And the log stuck up, the Krishna pulling. And the two trees, come, break down. And the small coward boys, they watching. И вот, в общем, Кришна, когда сломал эти деревья, то эти пастушки, они увидели, что из этих деревьев появились два прекрасных таких существа божественной натуры. И они начали возносить молитвы Кришне. Когда Нанда Баба и прочие спросили, что случилось, как эти два могучих дерева упали, сломались. Ему сказали, что это Гопал, твой сын их сломал. Он тут вот мимо, между этими деревьями проходил, застрял там и сломал. И он не поверил, как это так, маленький мальчик и такие огромные деревья. И ему сказали, что да. И мы видели, как два
две божественные личности появились и начали возносить молитвы этим, молитвы этому Кришне и благодарить его за свое спасение. И вот чем больше вы разовьете ваше сознание, тем больше вы разовьете ваше сознание, тем больше вы сможете соприкоснуться с Верховным Господом. И вот что Джива Госвамипад говорит, что сегодня день ухода Джива Госвамипада. И бесчисленных дживатмах, что Джива Госвамипад говорит из Сандарб. И вот сегодня день ухода Джива Госвамипада и Джагадиша Пандита. Both of them very important to me, but time is not sufficient, limited time. Within that time, maybe I think I will have to touch both the transcendental life, Siddhanta, both of them. Actually, Jagadish Pandit in Gaur Lila. И вот Джагадиш Пандит в Гора Лиле, он вечный спутник Гауранги. And in Radha Govinda Lila, а в Голгавинде и Лиле он Чандрахас Сакхи. А в Гора Лиле Джагадиш Пандит. Дом Джагадиш Пандита был рядом с домом Джаганатхи Миши. И однажды Гопал, кто такой Гопал? Гур-Гопал, он плакал. И непрерывно плакал, что случилось? Почему ты плачешь? Что случилось? Если ты можешь, вот он сказал, что если вы можете принести подношение с дома Джагадиш Пандита от Дини Кадыша, если вы принесете все это подношение, то тогда я перестану плакать. Вот старшие преданные начали думать, как это. Он знает, что там этот, он готовит все подношения для Кришны в день Экадаши. Они пошли и сказали Джагадиш Пандиту, что наш сын плачет, он хочет получить все подношения, которые вы приготовили и предложили Кришне. И Джагадиш Пандит сказал: хорошо, берите. Это был день Экадаши и Экадаши. Смотрите, для Радхарани и для Кришны, Лалиты, Вишакхи он неприменим. И для Гур-Гопала тоже, соответственно, Кришна. Нужно ли Кришне соблюдать Экадаши? Что вы думаете? Кришна, он же Кришна. И когда они пришли в форме преданных, то есть они, смотрите, в форме преданных, они неукоснительно соблюдали Экадаши, как Рупа Госвамипад. Он, точнее, Рупа Манджари пришел в форме Рупа Госвамипада. И уже будучи вот в образе преданного, они безукоснительно соблюдали Экадаши. Вот будучи в форме Рупы Санатана Дживы, они всему это следовали идеально, чтобы показать нам, как нужно совершать баджан. Они показывают нам. We are not open to this fighting with each other. They ask me, I say,
И вот тут Махараджа спросил, спор какой-то был, нужно ли класть лоси, когда мы предлагаем что-то Гурудеву. Махарадж сказал, что нужно, поскольку если мы предлагаем что-то Гурудеву, а Гурудев на то на Гурудев, что он сам ничего не примет, не предложая Кришне. И поэтому нужно класть туласи на все подношение, что мы подносим для Гурудева, чтобы он уже поднес это Кришне с этими туласи. И вот Джагадиш Пандит, он здесь существовал как Джагадиш Пандит в Навадвипе, в Лили Гуранге, и тот же Джагадиш Пандит, у него есть своя вечная форма во Вриндаване. Как Чандрахас Сакхи, и вот сейчас Джагадиш Пандит, когда он пошел получать даршан Джаганатха и смотрел на Джаганатха с таким открытым сердцем, слезы катились у него из глаз, он смотрел на Джаганатха, молился ему, и после этого Джаганат пришел к нему во сне и сказал Джагадиш Пандиту: «О, Джагадиш, я хочу пойти с тобой, как это же невозможно». Джаганат сказал, что нет, возможно. И вот Джаганат после 12 лет, он меняет свое тело. Такое навакалива лила у него происходит. Ну, разобраться, что за лила, сложно. 18 лет после, это было сам, каливар был изменен. 18 лет. Это еще так высчитывается как-то. Не всегда постоянное число лет. Вот до этого было 18 лет, а обычно примерно раз в 12 лет плюс-минус меняется тело Джаганатха в Южной Индии. Бхарадвадж, Ади Бхарадвадж. Sleeping inside water for 40 years. Он внутри воды спал 40 лет, и после 40 лет нужно найти определенные титхи, чтобы этот Бхарадвадж дал нам свой даршан. After 40 years, just maybe 6 months or 8 months, I forget, some devotee speaking. Then all prime minister and everybody running to take darshan. И вот все люди через эти 40 лет поехали туда, чтобы получить даршан. Поскольку 40 лет Бхарадвадж был в воде и никому даршана не давал, и волю Верховного Господа тяжело понять. Есть там 4 ворот, одни ворота. Они не могут открывать. Если они хотят открыть, то кто откроет, они обречены на смерть. Они ну, в общем, эти ворота заколдованы, и кто открывает, на смерть обречены. Но сейчас таких браманов нету, кто может эту Гаруду мантру совершенно произнести, чтобы эти ворота открылись. И вот те ворота до сих пор закрыты. И вот таким образом через долгое время. After long time, so that Kaliva actually Jagadish Pandit wanted to, Jagannath wanted to go away. So how to take? Jagannath is heavy. Jagadish Pandit is thinking, how I can carry you? How you can take me where you are staying? How I can carry? И вот Джагадиш спросил, как же он будет нести его, Джаганатха. И Джаганат сказал, что
ты можешь привязать меня к палке и так нести. И он сказал, ты же тяжелый, я же тебя даже не подниму. Этот Джагнат сказал, что вот, привяжи меня так к палке, помести палку на спину и неси. И вот Джагниш так и сделал, и когда он поднял Джагнатха, Джагнат стал легким, как перышко. Но одно условие. Джагнат поставил, если вы мне никуда не... А, точнее, если ты остановишься, поставишь меня на землю, я дальше никуда не пойду. Я там останусь, вот как Сакшигопал. Или Гирирас Махарадж тоже такое условие поставил. И вот когда Джагадиш Пандит пришел на берег Ганги, она зовется Чакрадаха, Чагда называется. Это здесь очень важное место Чакрадаха. Это колесо Багирадха, когда оно упало на землю, это застряло в земле, это Чакрадаха место называется. Слово чакра. Then Jagadish Pandit thought that I am almost near Navadvip Dam. Okay, I can put Jagannath here and take bath in Ganga. Very nice place. Today is very nice and authentic. И вот он решил, что раз застрял, то что делать можно в Ганге? А это про другого. А вот этот Jagadish Pandit, он там ему там понравилось, решил Ганге омыться. И вот он пошел омыться, а поставил Джагнатха на землю, пошел омылся, отдохнул и собрался дальше идти. И он пытался поднять Джагнатха, но ничего не получилось. Джагнатха обрел свой изначальный вес, и тогда уже не смог он сдвинуть его с места. Big elephant, mad elephant coming to pull the chariot. Poor not going even 1 inch. Not going. Because Jagannath like to stay here. Any amount of power he apply, he cannot come out successful. Jagannath, I like to stay here. И вот Джагнат захотел остаться на том месте, и никто уже не мог его сдвинуть. И вот Махапрабху пришел и сказал, что раз Джагнат захотел остаться здесь, то пускай остается. And pulling by head, and all chant, you know, devotees they are being sankirtan and pulling chariot. The chariot running like wind. Everybody surprised. This chariot not wind. 5-10, you know. Но потом этого Джаганатха пытались как-то сдвинуть. Даже пять слонов организовали. Но слоны тоже бессильны были. И вот Джагнат говорит Джагадиш Пандиту, он сказал, что я хочу жить в этой Чакрадахе, чтобы давать даршан всем. Джагнат, он принял форму Джагнатха, чтобы
даровать нам даршан всегда. И вот Джаганат, он находится в форме Джаганатха в храме Джагадиш Пандита, а жена Джагадиш Пандита, ее звали Дукини. Она так любила Гоур Гопала, что невозможно представить. Дукини, она любила Гоур Гопала настолько, что невозможно представить. И вот Кришна и Гауранга Махапрабху, они говорили, что они уже продались нам. Что Кришна говорит о Леши Читани Махапрабху, они говорят, что они уже продались нам, поскольку мы очень любим их, и из-за огромной любви вы купили меня, и я продан вам. You can see everything arranged by Krishna. I already told about Guru Mahana. Are today's bhandara? Nothing, no sabji, no. Вот Махарадж рассказывал про Шрила Пури Госвами Махараджа, что вот накануне какого-то праздника, в предыдущий день ничего не было, а Шрила Пури Госвами Махарадж говорил, что не спешите, все само придет, хотя уже времени совсем мало оставалось, а вообще ничего не было, даже посуды не было. И вот Гуру Махарадж рассказывал, что подождите, сейчас все будет, и в течение часа какие-то люди начали приносить рис, дал, ги, масло, кастрюли и прочее. Шрила Бхарати Махарадж говорил, что за всю свою жизнь такой большой бандары, такого пира никогда не видел. Это такая бандара, что он никогда ее не видел. И вот Бхарати Махарадж говорит, что вся моя гурварга, они принимали прасад и произносили джайадвани. И джайадвани, оно очень длинно было, более получаса его произносили, воздавали хвалу всем. И вот когда мы принимаем прасад, то перед принятием прасада тоже нужно совершить джайадхвани, воздать хвалу Гуру, Гауранге, Вайшнавам и прасаду. И вот Джагадиш Пандит вот здесь почти пришел, дошел до Майпура, здесь километров где-то 40 до Чагды, там место Джагадиш Пандита. И таким образом, если я буду говорить о Джагадиш Пандите, это очень обширная тема, и сейчас я хочу переключиться на Дживу Госвами Пада. Если кто-то, вот Гоур Кишодас Бабаджи Махарадж говорит, если кто-то приходит поклониться ему, кто-то огорчился с Бабаджи Махараджа, сказал, что вот они пришли к нему, сказали, что мы приехали сюда и через 3 дня уезжаем. А он сказал, что если мы приезжаем в Даму, то мы не должны приезжать с обратным билетом, поскольку если мы получим милость Дамы, мы не сможем вернуться. Ну что, я хочу остаться в Даме навсегда, и никто не сможет нас выгнать отсюда. И вот Гоур Кишодас Бабаджи Махарадж засмеялся
и сказал, что я никогда не слышал, что кто-то приезжает в Даму с обратным билетом. Первый раз в жизни такое вижу. Так хорошо, если мы сможем жить в Даме вечно. И вот Джива Госвами Пад, мы хочу сказать что-то о нем, что Джива Госвами Пад говорил о всех дживах, душах. И вот Джива Госвами Пад, он был последним Раджпатрой Вишва Вайшнава Раджа Сабхи. Это Вишва Вайшнава Раджа Сабхана было создано для того, чтобы поддерживать этикет, дисциплину Шримана Махапрабху и его учения. Сейчас, к сожалению, много потерялось. И вот сейчас такая плачевная ситуация происходит. И Джива Госвами Пад, он был последним таким главным участником Вишвайшнава Раджа Сабхи, благодаря которому все правила и предписания, они эффективно исполнялись. Если кто-то не следовал, то его вызвали на собрание и отчитывали. А сейчас, если кто-то делает непонятно что, нет никого, кто бы смог их контролировать и направить на должный путь. В Харибаджане главное то, чтобы показать нашу преданность. Если у нас нет преданности, то нет никакого баджана. И вот, если мы не будем следовать Джива Госвами Паду, я сказал, что суть Вишва Вайшнава Раджа Сабхи была то, что поддерживает качество. Качество правила и предписания, что мы не можем заниматься какой-то ерундой, особенно если кто-то принялся саньясу и непонятно чем занимается, то это плохо. Подобно тому, как если отец не будет заботиться о сыне, сын может с ума сойти, бывает иногда так. И в нашем детстве такое наблюдали, что родители очень так жестко контролировали детей, чтобы они вместо того, чтобы там играть, занимались какой-то учебой. И вот таким образом Джива Госвами Пад был последний этот участник Вишва Вайшнава Раджа Сабхи. Мы не можем представить, какое великолепие имел Джива Госвами Пад. Он был наивысшим пандитом во всем мире. Во всем мире Джива Госвами Пад был он лучший из пандитов. И сегодня я могу несколько примеров привести, благодаря которым мы можем понять, что за Сиддханта, как мы можем любить Гуру Вайшнавов и даже Санатан Госвами Пад, Рупа Госвами Пад. Рупа Госвами Пад, он ученик Санатан Госвами Пада. Джива Госвами Пад, он ученик Рупа Госвами Пада. И таким образом, но все же, когда Рупа и Санатана Госвами Пад, они что-то писали, то они давали это на редактирование
Дживи Госвами Паду, посмотрите, насколько он был великолепен, настолько учен, настолько сведущ во всем. И вот любые эти произведения, они давали ему на проверку. Татва Прадип. Эта книга написана Валлабху Бхатте. Он хотел показать эту книгу Дживи Госвами. Дживи Госвами, он прочел это все и указал на недостатки. Вначале я уже сказал, что Валлабху Бхатте был очень горд, что он великий пандит. И сказал Рупе, что он пишет. Он сказал, что Расамрита Синдху. И он сказал, что ну, когда закончу, я могу отредактировать, проверить ее. И вот Дживи Госвами Пад был там, и он омахивал своего Гурудева опахалом. И тогда Валлабху Бхатте пришел. И Рупа Пад, он поклонился ему. И, ну вот, мы хорошо повторять, это Рупа Госвами, он вечный спутник Верховного Господа. А как он мог такое ему сказать, что за такая гордость, что он возгордился собой и захотел вот, отредактировать, проверить это, то, что написал Рупа Госвами. Ну, смотрите, смирение. Это один из признаков нашего прогресса в Харибаджане. И вот есть два пути. Первое. Нашей собственной силой, если мы хотим, если мы своей собственной силой хотим достичь Верховного Господа. Ну а второй путь – это молиться Верховному Господу о милости, чтобы Он даровал нам свою милость. То есть есть два пути, восходящий и нисходящий. Первый – это нашими собственными усилиями попытаться понять, что такое Брахма, а второй – молиться о милости Верховного Господа, чтобы Его милость снизошла на нас. И вот обычно те Госвами, они очень смиренные. У нас ничего нет, мы падшие души. Они лучшие, они очень велики, но они относятся, они думают о себе так, как о падших душах. И вот они говорят, что если вы хотите проверить, пожалуйста, проверяйте. И Дживи Госвами Пад, он был там, и после этого, когда Валлабху Бхатте ушел на Ямуну принять омовение, то Джива тоже попросился в Гурудева, чтобы сходить воды набрать. Воды мало оставалось, вот он пошел набирать воды из Ямуны, и вот с горшками Дживи Госвами пошел туда и пошел сзади за этим Валлабху Бхатте. И вот он спросил, что какие же ошибки вы нашли в книгах моего Гурудева, что захотели отредактировать их. Он спросил, кто он такой, и сказал, что я слуга моего Гурудева. Что же вы там нашли такого, что хотите исправить? И тогда он начал перечислять, а Дживи Госвами, он полностью разбивал все его аргументы. И вот в итоге, когда он увидел, что этот маленький Дживи Госвами Пад, он полностью разгромил все его аргументы, он был ошарашен. Как это возможно, что какой-то тот маленький такой малолетка, он насколько учен, и он было стыдно за свою гордость, и вот Дживи Госвами вернулся. Гурудева
поставил свои эти горшки соды, дальше занялся служением. А Валабхата пошел и еще раз зашел к этому Рупе Госвами и спросил, кто он. Он живет тут. Был у меня брат Анупам в прошлом ашраме. И вот у этого младшего брата Анупама был сын, вот этот сын моего брата. И он ничего не ответил и ушел. Рупа Госвами очень разумен был и начал спросить живо, что случилось. Что он пришел сюда, поскольку Валабхабата, он уже был, он уже сказал, что не надо ничего проверять, слава своей, назад забираю, все хорошо там в этой книге. И он спросил у Джива Госвами, что же ты сказал ему, а Джива ответил, что я просто спросил, какие же ошибки он нашел в вашей книге, чтобы их исправить. Рупа Госвами сказал, что он старший преданный, хотел мне благословиться им своей такой помощью. И уходи, я не хочу больше тебя видеть. Но смотрите, со стороны Джива Госвами его поведение было совершенно, если кто-то оскорбляет нашего Гурудева, мы должны действовать как собака, мы должны облаять этого оскорбителя. Это обязанность собаки защищать своего господина, как вот в этом киртане говорится. Вот Джива Госвами поступил правильно, но Гурудев это в шастрах одобряется, если кто-то оскорбляет гуру и вайшнавов, то наш долг защитить их, но Рупа Госвами смирение выгнал его. И вот без еды, без воды уже 3 недели прошло, он плакал и плакал. И вот он ушел на берег Ямуны, место Байгау называлось. И все в Раджавасе, они просили что-то съесть, молока хотя бы попить, но он отказывался. И Санатан Госвами Пад мимо проходил этой деревни, и эти в Раджавасе сказали, что там какой-то преданный ничего не ест, не пьет, плачет и постится. Кто же там, как выглядит? Они начали объяснять, и он подумал, что, наверное, Джива. И подошел, и действительно, этот был Джива. Он сказал, что Гурудев выгнал меня, что случилось? И вот он рассказал, что случилось, сказал, хорошо, пойдем со мной. И вот Санатана вместе с ним пошел к его Гурудеву, и они пришли к Рупе Госвами. И вот вначале перед Рупой Госвами Санатан Госвами пришел и поклонился ему, они поклонились друг другу. И после этого Санатан Госвами спросил первый вопрос Дживидоя. Это сострадание к Дживам, а только в словарях. А что ты имеешь в виду? Не, я хочу спросить, что это Дживидоя, сострадание к душам. Оно только в книгах. Ну, нужно ли его практически применять? Я имею в виду, что Дживидоя проливать милость на Джив. Оно должно быть не только в книгах, также в практической форме. Он спросил, что же Джива сделал, что ты выгнал его, какую ошибку, какое оскорбление совершил. Это обязанность ученика защищать своего Гурудева, если мы видим, что кто-то его оскорбляет, и он исполнил свой долг в совершенстве. И тогда он принял его и начал продолжить жить с Гурудевом. Джива Госвами Пад, он наивысший пандит во всем мире. Я не хочу больше говорить. Хочу сказать, что Ачинтья Бидабидабид, он представил прекрасное видение вместе с Верховным
А у нас есть это Ачинтья-бхеда-бхеда-татва. И вот у нас есть эта связь с Господом, она непостижима. Мы не можем представить это, посчитать как-то Ачинтья-бхеда-бхеда-татва. Это мы можем, она непостижима, она Ачинтья. Непостижима, но она возможна, как майявади говорят. Майявади говорят о Адвайта Татве, а мы Гауди Вайшнавы под руководством Джива Госвами Пада по указанию Шримана Махапрабху мы придерживаемся этой Ачинтья-бхеда-бхеда Татвы. Майявади говорят, что ничего нет, только Махататва, но Вайшнавы говорят, что нет. Есть одна единая татва. Мы соглашаемся, что согласно Бхагаватам. Есть одна единая татва, да, но все же это различие есть там. Но они говорят, что все это иллюзия моя. И вот Вайшнавы говорят, что есть Адвайгентатва. Но все же с этой Адвайгентатва есть бесчисленное различие, но подобно украшению. И вот Адвайгентатва значит, майявади говорят, если мы соглашаемся, что есть какая-то другая татва. This Maya, actually pure Maya, is not illusion. Jogma Maya, they think if we agree Shakti, if we agree Shakti, Shakti Tattva, energy Tattva, then there's a. Вот это разнообразие. Advaita Tattva we cannot establish. А вот эти майявади говорят, что если есть разнообразие, то Адвайта Таттва уже нельзя утвердить. Но вайшнавы говорят, вот шакти, шакти матор, обет вместе с шактиманом, у нас есть наша сила и наше могущество, и эта шакти, она находится в нас, нельзя отделить его. И также Верховный Господь и все его шакти, они внутри него. Единственная одна разница, что можно видеть, что это в форме прекрасное Радхарани. Но наша шакти, но все дживатмы, они но Джива Госвами Пад говорит, что все дживатмы, они нет, нельзя их разделить на категории мужские или женские. Дживатма, она когда из вышло из тела, все эти дживатмы одинаковые, но все это они шакти татва являются. Но шакти, шактиман-то объект вместе с шакти, шактиман, Верховный Господь, он не отличен от него. Эту татву я могу говорить о дживататве в дальнейшем, что Джива Госвами говорит о вечных положение дживы могут, в общем, там Джива Сварупи Махарадж будет в дальнейшем говорить. Будет говорить в соответствии с учением Шрилы Бхактивинода Тхакура. Jam Brahma Varunendra Rudamaruto Sunvanti Vaisave Vedai Sangha Padakrama Panishadai Gayanti Yam Samaga Dhanavastita Tadagati Namanaswa Kaswanti Yam Yoginam
Maharaj, can you maybe shortly only answer what is the difference between, because in some religion we see they have this prayer like to speak with God, and we have like to chant mantra. Can you speak about the difference that someone is saying, I like to speak with God, but there's also, we are chanting the Maha Mantra. So what is the... I already told, you cannot remember. Шрила Прабхупад сказал, повторять Харинам и встретиться с Кришной — это то же самое. Махарадж несколько раз говорил раньше об этом. Повторять Харинам и говорить, встретиться с Кришной, совершать служение ему — это то же самое. А те, кто говорят, что разговаривают с Верховным Господом, в какой ситуации они находятся, обусловленная душа не может соприкоснуться с Божественным, как они могут говорить с Господом, будучи в таком обусловленном состоянии. Он Верховный Господь, мы в таком плачевном состоянии, если мы не сможем возвыситься до того уровня, на котором... Мы можем развить все, чтобы наше сознание полностью распустилось. И вот тогда, когда у какой-то обусловленной души в процессе эволюции сознание достигнет своих высот, то тогда оно может говорить с Верховным Господом, иначе нет. Шрила Бхактивинода, ну, такого может говорить с Кришной, Рупа Госвами. Валлабха Бхатта есть. Он, когда он получил милость Махапрабху, он изменил свое настроение, и тогда мы видели Шринадхи, у меня есть изображение Шринадхи, божество, и Валлабха Бхатта, они обнимаются. Это Виграхан обняла его, Валлабха Бхатта. И сын Валлабха Бхатта, кто ел этот орехи-бителя, он в Гуджарат переместил его из-за нападения мусульман. Эти две колесницы тоже там, на которые эти бители везли, на другой везли Господа. Она сломана, но так или иначе она в Натхадваре осталась. И вот Валлабха... эти орехи-бители этому Шринадху предлагали всю дорогу, поэтому столько их было. И вот not today, after some day I can show you. Then in Vrindavan such thing happens. И вот во Вриндаване однажды случилось, Махарадж пару примеров приведет. Вот Пишмадны с бабушка. Paternal aunt. Paternal aunt. It's called Pishima in Bengali. And maternal aunt is Mashima. You know Mashima? Есть это Пишима и Машима. Пишима, да. Как ее? В общем, по материнской линии, а другая по отцовской. И вот какая-то там Пишима Горнитая рядом с воротами Банканди. И вот тот Горнитая. Он... You are playing this way, become catch cold. Someday catching cold. Pishima will come here with cold, putting here. Then cleaning the nose of the Taibo. You are laughing, you don't believe. I told you now you can catch cold. Now you are going here. Come. Это нас слушало. This Govinda is still there. Как-то Govinda. Pisima was getting special order by Gauranga. You can serve me.
и она получила указание от, от этого Гонитая, что можно служить всегда ему в любом состоянии. Во Вриндаване иногда случается так, что какие-то матаджи служат Балгопалу всем своим сердцем, эти вражаваси матаджи, если с телом какие-то, ну если у них месячные, то в это время муж или отец, этот отец, либо сын служит. А вот однажды они месячные были, и дома никого не было, и она так переживала, кто ж может его накормить, что ж Гопал будет есть. И она так плакала и думала, что же делать, хотела умереть от такой невозможности служить Гопалу. И вот голос с небес раздался: «О, мать, иди, у тебя вот коровы там есть, коровы были». Ну, эти, имеется в виду, с Деши, эти местные, изначальные индийские коровы, сейчас их замещают всякими иностранными коровами. И вот этот небесный голос сказал, что иди в Гошалу, возьми навоз и мочу коров, нанеси на свое тело. И вот смешай эту коровью мочу с навозом, обмажься и иди готовь, и мы примем вот это. Вот смотрите, какая такая умственная чистота была с этой матерью. И у жены этого, как его, жена какого-то преданного, они служили каким-то божествам, божества очень голодны были. Это его жена еще не проснулась, ну, имеется в виду, проснулась, но не омылась, еще и зубы только чистила. И вот это, ну, иду с собой, чистят зубы, это нимовая палка. И вот она нимовой палкой чистила зубы, а другой стороной мешала такие же.